Вопрос безопасности на дорогах сейчас актуален как никогда. В Самарской области все чаще стали происходить аварии по вине лихачей. Только за март случилось несколько крупных ДТП с большим числом погибших. В Курумыче, в Безенчуке, на съезде с Самарского моста на улице Фрунзе. Чаще всего виновниками трагедии становятся водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения, превышают скорость и обгоняют в запрещенных местах, а также садятся за руль в нетрезвом виде, отмечают правоохранители. В прошлом году на дорогах региона погибло 319 человек. На территории Самарской области уже не первый год госавтоинспекции совместно с Министерством транспорта, совместно с собственниками улично-дорожной сети городов, администрации города Самара, Тольятти, собственником федеральной сети дорог, разрабатываются перечни мероприятий, направленные как раз на достижение необходимых показателей, на совершенствование организации дорожного движения. Чтобы найти пути решения проблемы аварийности на дорогах региона, представители ГИБДД, научного сообщества и профильных департаментов провели научно-техническую конференцию, главная цель которой – обмен мнениями и выработка практических рекомендаций для минимизации ДТП. У нас буквально вот на днях мы принимали участие в приемке научной работы, которая выполнена по заказу Министерства транспорта. В этой работе как раз прописаны параметры к автоматизированной системе и интеллектуальной транспортной системе Самарской области. Вот следующий шаг у нас будет связан уже с реализацией этой научной работы. Сотрудники Департамента транспорта и госавтоинспекции подготовили уточненный перечень 77 участков дорог Самары, на которых проведут инженерно-технические работы для повышения безопасности дорожного движения. В этом году предполагается установить 1829 дорожных знаков, оборудовать и реконструировать 52 светофора. Мэри Елчан, Николай Епифанов. События.